Приветствую вас, дорогие зрители! Канал «Тайный шоу-бизнес» расскажет вам о последних новостях и сплетнях звезд. Возможные трагические новости. Живем мы в трудные времена. Актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей. Широкую известность ему принесла роль четырех близнецов в фильме Владимира Меньшова «Ширли Мэрли». В 2000 году Валерий Гаркалин получил звание заслуженным артистом РФ. В 2008 он стал народным. Он до последних дней вел преподавательскую деятельность и снимался в кино, сообщает «Пять канал». У Валерия Гаркалина были проблемы со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008. Ему стало плохо прямо на сцене. Артист тогда справился с обширный инфаркт, перенес отрыв тромба и клиническую смерть. Спустя 5 месяцев у него произошел второй инфаркт, но и на этот раз его удалось спасти. Осенью 2021-го звезда Ширли Мэрли попал в больницу с коронавирусом с серьезным поражением легких. Позже его перевели в реанимацию, затем подключили к ИВЛ. К сожалению, спасти актера врачам не удалось. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.